Так, друзья мои, еще раз напоминаю, мы ведем репортаж с Кубка Европы из Оренбурга. Кубок Европы под дзюдо на Оренбургской земле уже не первый год. Все лучше и лучше становится организация. Все больше стран приезжает сюда. Уже представители 23 сборных команд российской и плюс Российской Федерации присутствуют на данных соревнованиях. Очень здорово все организовано. Происходят здесь турниры в мужской и в женской части. Сейчас мы наблюдаем предварительную встречу, второй круг между спортсменками. Ага, бросок Анастасии Матвиенковой, Юка. Упала Аршакян, проиграла оценку Юка. Соответственно, представитель Москвы Матвиенкова, представитель Рязанской области Аршакян, тренер Богадаев. Борется сейчас во второй встрече. Но я напомню вам, что система проведения мероприятий такова, что надо обязательно выигрывать как минимум 3 встречи. Но в мужской части очень много спортсменов, может быть и 4 круга. Еще раз Матвиенкова правый бросок через спину с колен. И оценивает арбитр, второй Юка дает. Мощнее провести она почему-то бросок у нее не получается. Но тем не менее, в общем... Ведет два Юка, это серьезный задел для победы, хотя только схватка еще прошла чуть больше минуты. Ну что я хочу сказать, сито отбора таково, что обязательно надо попасть в четвертьфинал, и только там можно проиграть, чтобы попасть в утешительную группу, а так система проведения европейских мировых первенств, олимпийских игр очень серьезно, очень жесткая, ну что делать, должен выигрывать сильнейший. Если ты хочешь стать чемпионом, не надо думать о третьих местах, надо, так сказать, выходить и биться только за победу. А в это время, уважаемые зрители, потихонечку начинает наполняться зал Оренбуржья, проводится... Потихонечку люди собираются, но я думаю, к финальному блоку будет все забито. Очень хорошо работают судьи, арбитры, технические службы. Очень красиво оформлен зал, согласно всем требованиям европейского хендбука. Очень серьезно поднялась организация европейских и мировых чемпионатов и первенств за последнее время. Серьезная работа, техническая группа. У нас в технической группе представитель Европейского Союза, господин Альберт Гмейнер, Австрия. Он тоже наблюдает и делает выводы, потому что, еще раз напомню, наш Кубок Европы, называю его наш, потому что он в России, потому что он наш, потому что он в глубинке страны, так сказать, в предгорьях Урала. Он наблюдает за этим турниром, господин Гмейнер. И, естественно, мы претендуем, чтобы наш Кубок Европы давал в квалификации к Олимпиаде очки нашим спортсменам. А сейчас, на сегодняшний момент, сильнейшая восьмерка в каждом весе стартует. Аршакян сейчас пытается провести удержание. Вот у нее уже практически получилось, и все-таки Настя ушла вот с удержания. Да, конечно, тут вот проигрывает двоюка. Нет. А Сайкоми объявил судья? Нет. Еще раз. Смотрите, настойчивая она. Молодец. Молодец. Вот настойчивость Неваза очень приветствуется. Освободила от неудобного захвата ногу и перешла на удержание. Вы помните, предыдущая схватка Межецкая проигрывала 2 шида. Казалось бы, потеряна схватка. И тут раз, и Даша перешла на удержание. И тут тоже вот посмотрите. Спортсменка Аршакян, молодец. Перешла на удержание. К сожалению, Матвиенкова сдалась, так сказать. Ну, что делать? Жизнь есть жизнь. Спорт есть спорт. Пожелаем дальнейших успехов тренеру Аршакян, Богадаеву Валерию. Хороший был в прошлом спортсмен.